Всем привет! У нас сегодня буквально коротенькая распаковочка. Из названия вы все равно уже знаете, что пришел кобелек для зарядки IMAX для 5S банок. То есть аккумуляторы, которые соединены последовательно, состоящие из 5 банок 5S. Силиконовые проводочки, очень мягкие, очень хорошие провода, на самом деле классные. Так вот поближе вам покажу. Есть маркировочка 22 АВГ до 200 градусов. Но это, естественно, силиконовые провода все такие. Такой хорошенький разъемчик, стоил он что-то там копейки. Купил, потому что собираясь переделывать шуруповерт с кадмия на литий, и мне понадобился вот такой вот разъемчик. Чтобы ничего не выдумывать, у меня таких разъемчиков нету, я решил уже купить готовый, тем более он недорогой, и проводочки силиконовые на самом деле очень хорошие. Рекомендую. Ссылочка в описании. Всем пока!